Ручки хорошие. Вот так получается. Здесь у меня и огурчики, и корни рукколы, и морковь, и миндаль, и черный тмин, и белый тмин, и сливочное масло немножко, воду, конечно, надо добавить, вот, и черемша. В общем, полный набор. Ну и сейчас мы запускаем. Вот, ставим режим старт. Вначале перемешиваем на небольшой скорости это все, а потом на большой. Снимаем. Смотрим. Вот такая тут однородная масса. Все это потом выливается вот так в чашку. Вот. Чашка выливается. Вот так. Ну, чуть сегодня жидковатая получилось. Обычно немножко погуще делаю. Ну и вторую, там все, что осталось, на другую порцию, на вечер или на завтра.